В Туапсинском районе продолжается краевая акция «Новые тимуровцы». В преддверии Дня Победы мальчишки и девчонки 14-17 лет объединились в особые трудовые бригады. Их цель – помочь ветеранам войны и труда. Кроме того, тимуровцы взяли под свою опеку памятники участникам Великой Отечественной войны и мемориальные знаки. Такое движение существует в Новомихайловском городском поселении. О том, как работает трудовая бригада в ауле ПСБ, в материале Лианы Коблевой. Сразу после школы девятиклассницы Зоя, Софья и Людмила отправляются на работу. Девочки состоят в трудовой бригаде «Новые тимуровцы». В таком небольшом составе школьницы аула ПСБ приводят в порядок памятники и могилы солдатам-участникам Великой Отечественной войны. Чистим эти могилы там или памятники. Где надо, подкрашиваем, где надо, белим. Вот. Где надо, сажаем цветы. Вот. Облагораживаем. Дети, вот что сегодня... Они ухаживают и за памятниками, и за могилками. Они, это, их и не надо ни просить, ничего. Они сами этого хотят и делают добровольно. Убрать траву, покрасить ограждение, подмести и вынести мусор. По словам тимуровцев, работа нетрудная. Они до трудоустройства выходили на организованные жителями аула субботники. А теперь за проделанную за 11 дней работу получат заработную плату. Средства выделяются из бюджета поселения района. Вместе с этим службой занятости выплачивается надбавка из средств краевого бюджета. Раньше, как мы знаем, трудовые бригады, ну, тимуровцы, они непосредственно ходили по дворам, предлагали свою работу, помогали одиноким людям, старикам. Наши сейчас новые тимуровцы, они отличаются тем, что мы им, конечно, оплачиваем это все, мы их официально трудоустраиваем, обзваниваем по школам, ищем вот таких активистов. И, кстати, очень хорошо отвлекаются, спасибо деткам за это, что они согласны и подработать, заработать, а также это им самим интересно. И очень патриотично прививать такой патриотизм детям. Мне это очень нравится, потому что как бы наши деды, прадеды, они нас защищали. Я не раз уже чистила могилы перед 9 мая, просто мы приходили. Движение «Новые тимуровцы» появилось в 2008 году в рамках мероприятия активной политики Центра занятости населения. В Новомихайловском поселении трудовые бригады действуют не первый год. Теперь ребята смогут трудоустроиться не только в летний период. Детей мы трудоустраиваем, но это обычно всегда у нас было летнее трудоустройство. Сейчас мы первый раз взяли детей в апреле месяце, ну, по трудовому кодексу. Мы имеем право их взять по сокращенному рабочему времени. Они работают 2-4 часа в день, свободное от учебы времени, им это не мешает. Они после учебы приходят, они работают с 2 часов там до 4 и совмещают работу с учебой. Для молодежи участие в акции «Новые тимуровцы» – это возможность делом выразить благодарность ветеранам и тем, кто ценой своей жизни подарил мирное небо. По словам наших героинь в ауле ПСБ, памятники и могилы солдатам всегда будут ухожены. И не только в праздник День Победы. Лиана Коблева, Дмитрий Гришин, телеканал «Орленок ТВ».